Петровский. Витой, когда я говорю «в ринг приглашаются», ну, это метафора, чтоб ты понимал, зная твое спортивное прошлое. Будь аккуратен, художник, хрупкое создание. Да, а ты не бойся. Он стоит справа, у меня тут печень. Где бы он ни стоял, старик, я тебе уверяю, что мало не покажется. Итак, вы готовы? Сергей Сергеевич, вы позволите? Мы начинаем. Поехали. Родион и парень на барабанах. Как говорил мой дед, да пошел ты, спроси у бабушки. Все друг друга спрашивали, кто там стучит. Григорий Викторович, а? Ну, куда вы, а? Ну, пожилой человек, а?
Я старый, блин. Очень старый. Нормально, нормально. Да, я должен заметить, что это были самые дорогие ударные. Спасибо. Но надо заметить, и я думаю, что коллеги согласятся со мной, что вокалисты, в общем, были достойны ударных инструментов. Итак, начнем. Спокойная, потому что абсолютно не надо принимать сейчас решения. Все по барабану. Полина, метните копье в спину нашим надеждам. Давайте. Во-первых, мое почтение и аплодисменты Григорию за такое выступление. Вау! Это было вау! Во-вторых, ребята, спасибо вам огромное за потрясающее, сногсшибательное выступление. Это правда, это отличное начало, вы задали темп, как говорится, сыграли на контрасте, в хорошем смысле этого слова, агрессивный чуть-чуть Витольд. И какой-то просто мой любимый, добрейший человек, мой друг Родион. И наконец-то я услышала твой тембр, твой голос, и я нахожусь под огромнейшим впечатлением, это было супер-класс. При всей вашей разности вы так невероятно подходили друг к другу. Это не была битва, это был настоящий дуэт двух друзей. Я видела, как вы поддерживали друг друга. Вот такое очень приятно видеть. Это очень-очень достойное выступление. Спасибо. Спасибо. Василий Михайлович, окропите снежок. Что могу сказать? Это было похоже на армрестлинг, да? Когда заведомо союзники выходят на ринг, чтобы показать замечательное шоу, удивительную борьбу. Это с такими барабанами, Григорий Викторович. Просто... До сих пор под впечатлением. Я пытался посматривать, как это было. Это было просто великолепно. А, вы хотите меня пригласить в свою группу? Когда все продам, буду пытаться. Заявку, если хватит на заявку только. Все по-мужски, все достойно. Вот Родион всегда у меня вот вызывал такое вот, ну, какое-то, вот, как Полина говорит, милое такое вот, ну, такой воспитанный молодой человек, показал себя здесь на ринге достойным соперником. Все очень круто, и это зажигает, правда. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Александр Ильич, может, когда-то мы дождемся, когда вы выйдете вот так за барабаны, с гитарой, а? Ну, вам-то есть что показать, ей-богу, а? Да. Хотя ему бы маракасы. Ему не разрешают. Маракасы – это другой раз. Ну что, ну, Гриша меня навел на мысль очередную. Ну, вот можно создать трио такое. Я на басу, Гриш на барабанах, Юра Башмет на соло-гитаре, благо он... Ребята, как... а кто вас заказывать-то будет за эти бабки, а? Да, я боюсь, что не справится никто. Это тяжелый случай будет. Спасибо. Да. Ну, компания очень хорошая, очень хорошая компания. Компания хорошая, но я боюсь мало корпоративных вечеров, которые. Ну, я так думаю, что на это согласятся. В таком составе, Александр Борисович, я думаю, нам хватит и одного корпоратива в год. Я думаю, да. По поводу произведения. Здорово, что это произошло, вот назовем так это. Понимаете, что вообще взята эта вещь, которую я, например, очень люблю, из старых вещей, где люди с большими именами могли позволить себе вот так собраться, выпить по полкружки пива и записать блестящий совершенно хит. Все ж таки, все было как бы правильно, как бы, но все равно меньше было вот в данном случае самого хита. Все-таки вы очень хотели друг другу помочь и себя показать. Вот, понимаете, меньше было служения музыке. Вот хочу вам порекомендовать, вот понять одну вещь. Смотрите, вот сидел Гриша, который на барабанах играет великолепно, а играл минимально, очень хлестко, но само количество его музыки, вот количество его нот, было очень выдержанным, очень небольшим. Этим отличается большой музыкант. От маленького. От начинающих студентов. Потому что студенты хотят показать все данные, какие у них есть, сразу. Вы здорово показали. Но если это были бы слепые прослушивания,
Понимаете, да? Тогда понятно. Вы показали больше, чем нужно в этой песне. Это мне не понравилось. А по смыслу мне все понравилось, и вы очень друг к другу подходили. Молодцы. Спасибо. Спасибо большое. Григорий Викторович, если вы пришли в себя, отдышались. Я так кое-как, вот начинаю потихонечку приходить в себя. Давненько я не брал в руки шашечек. Тогда попробуйте кое-как сказать. Благодарю, коллеги, для меня ваше мнение и похвала были очень лестны. Прекрасно осознавая свою среднюю степень игры, поскольку я это делаю раз примерно в 10 лет на сегодняшний момент, поэтому так и получилось. Что касается ребят моих, мне несколько в сложном положении нахожусь, потому что я в это время играл, и мне приходилось как себя слышать, так и слушать ребят. В основном, конечно, я пытался их услышать. Ну, в общем-то, в целом у меня больших претензий каких-то к ребятам моим нет. Все, в общем-то, как я и думал, произошло с абсолютной точностью. И, как ни странно, господин Градский был совершенно прав. Вы готовы? Да, я, конечно, готов, но у меня сразу большая просьба к моим коллегам. Если есть возможность, пожалуйста, второго артиста я бы очень хотел, чтобы вы его оставили. Это очень толковый человек. Итак, дамы и господа, решение наставника дуэта Григория Лепса. Витольд Петровский. Родион, мы тебя слушаем. Друзья, я хочу сказать огромное спасибо этому проекту. У меня, наконец, появилась возможность два раза выйти и спеть своим голосом. Я абсолютно не жалею о том, как вышла, собственно, наша борьба с Витольдом. Я ему желаю удачи. У меня не было сегодня самого главного желания победить. У меня было желание сделать классный дуэт. Это было обоюдное желание нас с моим спарринг-партнером. И черт возьми, я считаю, что у нас это получилось. Спасибо большое. Родион Газманов, спасибо. Спасибо, Родион.